перемен. Сегодня с Днем народного единства губернатор Александра Михайлова поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Этот праздник уходит своими корнями в глубь веков, знаменует преемственность традиций народного единения и сплоченности, говорится в телеграмме. Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы современности, черпая силы в истории России, в делах и заветах наших предков. По праву гордимся их кратными подвигами, трудовыми свершениями и искренним стремлением верой и правдой служить Отечеству. Глава государства пожелал Александру Михайлову и всем курянам здоровья и всего самого доброго. Поздравление с Днем народного единства поступило и от председателя Совета Федерации.